В Алматы прошел юношеский футбольный турнир памяти заслуженного деятеля спорта страны Александра Гурмана. Соревнования прошли на арене стадиона Казахского национального аграрного университета. Посмотреть на игру юных спортсменов пришли друзья, родители и ветераны казахстанского футбола. В этом году турнир организован при поддержке футбольных федераций Алматы и Казахстана. По итогам встречи победила команда «Олжа Спорт». На втором месте «Кайратовцы». Третье призовое место занял клуб «Енбек». Это уже шестой турнир, который мы проводим в памяти Александра Ильича Гурмана. Этот человек сделал много для казахстанского футбола, возглавлял сборные команды Казахстана. Я думаю, что вот этот турнир мы проводим для того, что вот посмотрите, все здесь великие футболисты, не только футболисты, деятели искусства собираются. Но самое главное, вот эти надо посмотреть, вот радость этих мальчишек, каким азартом они играют.